Не создавать ажиотаж вокруг продуктов питания призвали в Управление предпринимательства и инвестиций Алматы. Горожан попросили не скупать без надобности товары. Своим поведением люди могут только спровоцировать необоснованный рост цен. В Алматы дефицита продуктов нет. Хлебом, подсолнечным и сливочным маслом, молочной продукцией город обеспечивает себя сам. Говядину, курицу и другие социально значимые товары в основном закупают из соседних областей страны. Даже в случае объявления карантина в мегаполисе гипермаркеты и поставщики будут работать в штатном режиме, добавили в ведомстве. На сегодня в мегаполисе имеется запас продовольственных товаров на 2 месяца. Объекты малого и среднего бизнеса закрываться не будут. Если даже будут, мы говорим, гипотетически там, выявлены случаи возникновения заболеваний среди трудовых коллективов, то будут просто применены соответствующие там, санитарные меры. То есть этот коллектив будет выведен в карантинную зону, его полностью сотрудники пройдут обследование, объект пойдет обеззараживание там, в течение 2-3 дней, и он обратно будет работать.